Без вопросов конкретно на этом моменте. Кешима берет бомбочку, перестреливается. Хороший хедшот, ну и 1-2 можно поставить. Плент и уйти на зелень. Вот зря он здесь фейкует, братан! Сейчас время тикает, но Моди вместе с Юги делают очень грамотный маневр, они просто такаются вместе. Есть смок, есть два дефускита, то есть шансов на то, что Киа здесь выигрывает раунд, не то чтобы велики. Но, опять же, можно еще сыграть, опять же, пострелять смачок, молики были откинуты. Где смок-то? Смок на бомбу вон положили. Моди сел дефузить, Кешима сносит ему лицо, Юги сядет вторым. Нет, Юги обходит, и Киа просто делает невероятный клатч, от него 3 килла. И мне кажется, что херойки здесь совсем не разобрались. Отзонить Дельпан, и он знает, что здесь один оппонент, кидает глок. Самое интересное, что на этот глок батится Мейджор. Стреляет на ТП. Так, но Стика тут максимально трайхардит и уже выжимает, я не знаю, из этой ситуации все, что только можно. Как-то слишком легко это было выиграно, 1-2. Второго просто взрывает, как арбузы, и гоу берут раунд. Мув, здесь только Флюша не делает 3 килла сейчас. Что? Подожди, а как он... Подожди, как он убил Груби через вагон? Он понял то, что поставил типа бомбу и начал стрелять рядом с бомбой. Там что, можно под вагон стрелять, что ли? Можно, видимо. Вот так с авика? Вообще не давал никакой информации соперникам. Вот она флешка полетела, Глэйб абсолютно слепущий от флешки своего тиммейта. Дюпри пытается выйти дальше через 20-ку. Скрим падает, все-таки хаджи. Все еще слеппейте, Глэйб его тоже забрать. Неужели такой раунд сейчас команда Envy создаст? Ой, Глэйб последним патроном разваливает РПК. В конце концов, Киошима 1 против 2. У него есть как минимум информация по одному из соперников. С ХП у него проблем нет. Замечает его Дюпри, моментально наказывает соперника. Пытается пропушить сейчас коннектор. Там у нас здание Зев все это спалил, уходит назад. И в нем флешки неэффективны, хотя Флейми первого забирает. Флейми пушит дальше мид, получает от Кримза. При этом Зев должен за машиной отыгрывать. Хорошо, и Даня делает 2 минуса. Флюша в конце этого раунда 1 против 2. Симпл промахивается в ВП, играет в коннекторе, уходит поглубже. Ну а Ваня Эдвард через центр должен Флюшу забирать. Хотя Флюша заходит, смок рискует. И теперь идет смело на точку Б. Заметил Симпла, вешает хэт. И теперь... Кто кого? Флюша или Эдвард? Да. Остались бородачи с двух сторон на этой карте. Выход Флюши на Б. Только что была бомба поставлена. Эдвард идет на эту перестрелку и проигрывает ее Флюши. Минус 3 от Робина Ротко. Стоит 3-й раунд для команды Fnatic. Здесь уже, наверное, Зевс закроет все вопросы по данной карте. Хотя Голден к нему не спешит. Перенаправляется наверх-вниз. А тут уже Симпл с ножом будет, наверное, выходить. И это все-таки точка в данном противостоянии. Команда Нави выигрывает карту Cobblestone. И Fnatic, конечно, горят. Я в этом уверен. Слишком большое преимущество у Натус Винсера. Но есть Кеннис. Такое нужно забирать. Есть Кеннис, который сейчас может дело-то натворить. Его тиммейт ставит бомбу, Кеннис собирает инфу, первого уже щелкнул. При этом Симпла он видел в окошке, попытается его убить, и это Кеннис! 2 килла. Ситуация в итоге кардинально поменялась. 2 в 2, слишком далеко у нас игроки команды Нави. Промахивается Кеннис дважды по зигзагу, при этом выходит верхний этаж. Помогло отсутствие хп у Бади. Тот умирает, но Кеннис сделал уже трипл. И, по-моему, сглажу тут я. Друзья, Кеннис 1 на 1 против Флейми. Играет на заднем пленте. Флейми выходит, и Кеннис творит чудеса. Квадрокилл. Что творит молодой француз? В общем-то, оформил. Но в целом, конечно, у Нави что-то... Смотри, это Зевс шоу-тайм представляет. Да, давай. Это вот наконец-то. Вот оно! Это... Вот оно! Вот оно, Даня! Давай! Давай, Даня! Наконец-то! Это 3-й дробовик, он дважды не мог никого убить. И вот в 3-м раунде он забрал за все, то есть по одному минусу за каждый. Потому что дистанция уже довольно большая. Не получилось. В принципе, как-то переиграть команда, уйти на плента и сыграть через рупрум коннектор, но нет, Электроник открывается, забирает Апекса, есть по нему информация, Электроник еще один минус, еще один килл, как же четко топит Электроник, это квадрокилл, он идет за эйсом, не убивай, Флейми! Сорвался эйс. Браво, Электроник. Тем временем, Нави вышли на Б-плент. Флейми уже погибает. Симпл на нож. Просто пускает Апекса. Вот хотел он весь этот матч кого-то зарезать. И Апекс выходит из смока и получает. Симпл с P250 теперь делает еще один килл. Неужели Саш тут всех просто отстрелят? Судя по всему, да. Симпл. Отличная работа. И это квадрокилл от Симпла. И вот здесь один игрок, и Нави это понимает, что здесь максимум один Зевс. Важнейший минус по Кеннису. 2 в 3 ситуация уже для G2. И здесь Зевса не отпускает Миксвелл. Выбивает бомбу. 2 в 2 ситуация для Team Alex. Этот нож, ну Симпл. Вы же ставите паузу специально, чтобы победить. Ну зачем же так подводить всю свою команду? Ну тут уж Симпл точно не прав. Вот в этом моменте он не прав, мне кажется. Потому что... все-таки или стараются все, и вы ставите тайм-аут и тащите, они тащат. То есть было видно, они могли взять тот раунд, и все было в кармане. А он берет, достает нож. Я отказываюсь это комментировать. Мэр вместе с Керби. Керби находит хедшот на Ису, и теперь уже проблемки у Воксика. Плохой смог на самом деле, он та бомба не достает, и там... Информация есть у Воксика о том, что даже еще один смог не бомбу. Что там не получается? Керби и компания. Они не могут найти ее просто. Ой, Керби отлетает, Воксик его забирает, и это молотом под себя от турка. Мэрс пытается возгонять, не получается. Воксик в итоге горит от своего же молотова. Самосожжение только что от игрока Hellraiser. Но самое главное, что дзинь, и 13-й раунд берется атакой. Конечно, только что так ошиблись, но... А смока у дефенса нет, смока у дефенса-то нет. Еще с флешечка полетит, и вот на флешка можно попробовать задефьюзить. Там еще есть хаешка, можно эту самую бомбу кинуть. И вот он, Молотов, который сейчас лишит одного жизни. Привет, родной. А хаешечку-то, вот на хаешечка. Бомба-то пищит все сильнее и сильнее. Дефьюз-то, конечно, имеется. Но Болтс, как же он мансит. Еще и у Стила сгорает. Он был дефьюз-ки тайминг попытался. 3000 IQ плей. Просто 3000 IQ плей. Да ладно! И не все промахивается. И все погибли. Квадрокилл.